Добрый день. Так, Ирина Ивановна первая меня поприветствовала. Здравствуйте, мои дорогие. Так, ну что ж, мы с вами опять в стриме встречаемся. Я обещала вам рассказать, как пройдет комиссия. Вот, сегодня была у нас... Сегодня был тяжелый день. Я бы сказала, очень тяжелый. Да, привет, Юлечка, Наташа, Инна, Светлана, Илона. Спасибо большое, очень приятно, что вы ждали. Если честно, я сегодня еще ничего не ела совсем. Совсем ничего не ела. Даже утром не стала есть. Мне, видимо, из-за нервов, что ли. Поэтому буду хлебать из такой огромной чашки. Чай пить хочется. Вот. Так, всем здравствуйте. Здравствуйте, перекусить нужно силы, откуда-то нужно брать организму. Да я понимаю, но мне сейчас как бы кусок в горло не лезет. Вот. Всем большой привет. Да, здравствуйте, мои дорогие. Наверное, начну с того, что я чувствовала вашу поддержку. Я чувствовала, что за меня очень много молятся людей. Мне, правда, вас порадовать особо нечем. Вот. Да, малышке уже скоро не будет моего молока перепадать нисколько, ни капельки. Столько нервотрепки, у меня уже просто нет молока. Каждый раз нервничаю, и грудь пустая. Я понимаю, что молоко не пропадает, оно просто уменьшается, и можно восстановить лактацию. Но это нужно как-то по-другому жить, не так, как я. Более спокойно, что ли. В заботе, любви, в безопасности. А я не чувствую безопасности. У меня такое ощущение, что мне в любой момент прилетит на голову какой-нибудь... неприятности тут. Ждешь удара и каждый раз нервничаешь, каждый раз уши навостро. Так. Ну что, будем ждать, когда все 1000 человек, которые сейчас меня смотрят, поставят лайки? Мне просто интересно, многие сейчас из моих зрителей, которые меня сейчас смотрят, смотрели в кружочки в телеграм-канале. Поставьте плюсики, если видели мои кружочки сегодняшние. Я там просто хочу кое-какие пояснения сделать. Просто мне интересно, мне с самого начала поговорить на эту тему или можно с конца? Лайк готов. Спасибо, Наташенька. Ага, плюсики вижу. Алена, Юля, Татьяна, Виктория, Светлана. Ух ты! Сколько плюсиков-то побежало! Ух ты! Вы там не по два раза ставите-то плюсики? Вы что, серьезно? Все подписаны на мой телеграм-канал? Слушайте, приятно. Видели. Здорово. О, первый минус. Мама четверых деток. Не очень люблю телеграм, но лайк. За что вы его, интересно, не любите? Такая удобная соцсеть. Или как это? Мессенджер. Я подписана на Телеграм. Отлично. Слушайте, здорово. Спасибо. Значит, немножечко все болеем. Сашенька, привет за вас и вашу семью. Ну что ж, наверное, это даже повод дать ссылку на мой Телеграм-канал. Потому что в Телеграм-канале я часто делаю объявления. Там быстрее, так сказать, новости появляются. Каюсь, не смотрела, но подписана. Спасибо, Наташа. Мы очень переживаем. Ну, если честно, это... Я не могу сказать, что это стоит переживаний, но это действительно очень тема серьезная. Вот. Единственное, что меня удивляет, это то, что люди
Вот сейчас я прочитаю, я не знаю, не удалили там мои модераторы. Нет, не удалили. Вот у меня сейчас в деревенском дневнике очень многодетной мамы, в телеграм-канале некая Ирина Ивановна Ирина пишет: налогами занимается налоговая инспекция. Зачем глупости? А, ой, простите, пожалуйста, не то пишу. А, значит, все-таки, наверное, удалили, что ли? А, не-не-не-не, это я перепутал, простите, пожалуйста, это как раз-таки вот Ирина правильно отвечает. Надежда некая пишет в телеграм-канале: это не самая плохая новость. Новость, хотя это не совсем новость, за неуплату налогов налоговая хрен оставит в покое. Я не могу понять, вы не смотрите мои стримы, или вы не различаете, что такое УФАС, антимонопольная комиссия, которая борется с нарушениями, связанными с рекламой и предпринимательством, и налоговая. Это вообще разные органы. Или вы ходите на какие-то хреновые каналы, которые распространяют какие-то странные, какую-то странную информацию. Я сегодня за утро получила прям, ну я не знаю, ну приличное количество сообщений, что налоги надо платить, Оля. А иначе с тебя не слезут. Так я плачу налоги. В чем проблема-то? Я уж плачу, знаете, сколько лет? Вот сколько я блогер, столько и плачу. Просто непонятно, вот почему, когда я рассказываю про антимонопольную комиссию, когда я употребляю слово УФАС Тамбовской области, вам действительно так лень сходить посмотреть, что это такое? Там не про налоги меня никто не дернет никогда и не спросит, потому что у меня все доходы подтверждены, и все это. Моя зарплата белая всегда была. Будет и остается сейчас. Ах. Да, кто-то мне, по-моему, этот интернет подкачал. По-моему, мне интернет немножко упал, скорость интернета. В общем, если вы меня сейчас не слышали, то я хочу еще раз повторить, что если вы ходите на какие-то левые каналы, то, пожалуйста, смотрите себе на здоровье, что хотите. Ешьте это говно, пожалуйста, ложками, хоть половниками. Зачем вы несете и распространяете эту ложь где-то еще? Вот вам нравится это смотреть, как вас обманывают по поводу меня? Смотрите, ради бога, я вам запретить не могу. А по поводу вот того, чтобы у меня на канале еще эти высеры там писать, ну это глупо. Я буду таких людей блокировать, потому что вы несете клевету на своем хвосте. Можно давать коровам овес? Можно, но вопрос зачем? Ты законопослушный, по тебе видно, пусть не брешет. Я законопослушная, по мне, может быть, и не видно. Но есть уполномоченные органы, которые это могут проверить в любой момент моей жизни и деятельности. Это не должно быть видно. Это должно быть доказуемо. У меня есть все доказательства того, что я законопослушная. Пришлось зарегистрироваться в Телеграм, вы интриганка. Нет, я не интриганка. Я, собственно, просто вас призываю быть подписаны на мои каналы везде, в Телеграме, на Дзене, на Ютубе. Вам же будет проще. Вы же быстрее узнаете все новости. Вот, это во-первых. А во-вторых, ну, Телеграм это удобно. Надежда Алексеевна пишет: не могу понять, почему на стримах СМС мои не видно. Я вижу, а больше никто не видит. Не знаю. А при чем здесь налоговая ФАС? Вот у меня такой же вот, ну, как сказать, это такой же вопрос. Вы зачем попу с пальцем путаете-то? Налоги. Налоги уплачены. У меня никаких проблем с налоговой, еще раз говорю, нет. Мандаринова тебе настроение. Спасибо, Анфиса. Так, ну что? Ставьте лайки. Уже почти 2000 смотрят.
Екатерина, спасибо большое, что вздохнули обо мне. Очень приятно. Так, простите меня, пожалуйста, я тут немножечко отвлеклась. Спасибо большое Алене. 50 рублей, небольшая помощь большой семье. Светлана 200 рублей. Я просто попыталась посмотреть, там, может быть, на сайте что-то появилось. Да хотела вам показать с официального сайта УФАСа, но они еще данные не обновили, я так вижу. Вот. Надежда Владимировна прислала 200 рублей. Храни Господь во благо. Наталья Ананьевна 152 рубля. Светлана Васильевна прислала 100 рублей. Спасибо большое, мои хорошие. Ставим лайки, чтобы узнать, что случилось. Да не буду я ждать, когда мне 1000 лайков поставят. Не хотите ставить лайки, не ставьте. Я все равно расскажу. Мне, знаете, даже это как бы хочется уже побыстрее рассказать. Да, не знаю, упасть просто. Я сегодня выехала в 10 часов утра. Мне надо было съездить в Мичуринск за моим юристом. Дороги не чищены. В Мичуринске нифига ничего не чистят. В итоге я заехала в, ну, там,
на дорогу и, ну, такую более узкую дорогу, скажем так, между магазином и рынком. И ехала «Газель», я не стала рисковать, просто остановилась, подождала, когда «Газель» меня обойдет. Она в притирочку проходила, все было хорошо, в последний момент она сползла и ударила мою машину. Вот так сегодня начался мой день. Крыло поцарапали. Но я была не виновата, во-первых, я стояла, во-вторых, я бы даже сказала, что он тоже не виноват, там лед. И действительно не чищено ничего, но по факту его вина была. Вот. Дальше я подсадила своего юриста после всех наших этих протоколов евро и всех остальных дел по машине. И мы погнали в Тамбов. Еле успели. Но успели. Успели, пришли, нас там уже ждали. Мама четырех деток, пусть все будет хорошо. Спасибо большое. Вот. И первые фразы, которые нас там встретили. Комиссия состоит из трех женщин. Первые фразы, которые они нас встретили, это то, что за последние несколько дней к нам пришли десятки заявлений на вас. Десятки. Ну, в принципе, то, о чем я и говорила вам. То, что я, ну, как бы предполагала, предчувствовала. Я об этом и говорила. Вот мне писали там и под стримом, и в комментариях там: «Оля, да не беспокойся, да это вообще все ерунда, да штраф не будет, да, да сейчас вот там увидят, многодетная мама, туда-сюда». Нет. Это не является, во-первых, реабилитирующим каким-то обстоятельством в моем случае, хоть я многодетная, хоть не многодетная. Нарушать закон, как говорится, никому нельзя. Вопрос в том, что нарушив закон, и, ну, как бы, если на тебя никто не заявит, то тебя и не оштрафуют. Нарушают многие блогеры, скажем так. Но УФАС не рассматривает сам по себе ничего, только по заявлению. Вот. «Привет, Оленька, я позавчера в твою защиту на своем канале выпустила ролик. Я была в шоке, меня и алкашкой, и попрошайкой, и кем угодно. Хотя донаты я не выставляла. Я поняла, что хейтеры больные». Вы это поняли только когда вас обозвали так? Или вы считаете, что если человек просит донаты, то он попрошайка? А вы их не просите, поэтому вы не попрошайка? Ну так себе, да? «Извините, Ольга, что не в тему, но не подскажете по вопросам. Первый раз покрыла сама свинку в конце января рода, боюсь очень. Нет ли у вас видео с полным процессом от подготовки к поросу до облома клыков?» Я не обламываю никогда клыки. Подготовка к опоросу, ну, у меня свиноматки поросились в станке специальном. Вот, мне больше всего так нравилось принимать опоросы у свиней. А бывали, что поросились без станка. Ну, если свиноматка хорошая мать, то это не проблема. Если она будет такой не очень хорошей матерью, которая будет ложиться на поросят, давить их, грызть их. Вот. Ну, такое себе. В общем, готовьтесь. Чё? Вообще, если все хорошо, то всегда все хорошо. И вмешательство человека обычно не нужно. «Здравствуйте, только зашла на стрим. Чем дело закончилось?» Анастасия, ну вот, еще даже не начиналось. Вот, я буду постепенно рассказывать, я очень устала, я не ела сегодня целый день, и, собственно, я даже не хочу. Вот, новости у меня не самые приятные. Единственное, о чем я уже успела рассказать, это о том, что в УФАСе мне сообщили, что на меня сейчас лежат десятки заявлений. Ну, конечно же, от хейтеров, потому что написали разные люди. Адрес у них у всех электронный с телеграм-канала. Телеграм-канал какие-то они там, вот. И жалобы, 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 жалобы. Бесконечные жалобы. Вот. А что они нажаловались, к сожалению, я не знаю. Почему? Потому что сотрудники УФАС
не нашли пока еще время, чтобы разобраться с этими десятками бумаг, которые на меня написаны. Я понимаю, что придраться можно к каждому слову, каждой цифре. Если помните, я вам рассказывала, что ошибочно многие думают, вообще, в принципе, ошибочно думают, что штрафы начинаются с 1 сентября, а что маркировка должна была быть с 1 сентября 2023 года. Сегодня я сама лично, ну, я знала разъяснение, я его читала, разъяснение Роскомнадзора, но я все-таки решила, что раз я туда поехала и лично там в кабинете сижу, я спрошу у сотрудников, насколько вот давно надо маркировать рекламу было. Оказывается, УФАС проверяет свою часть нарушений, а Роскомнадзор свою. И если раньше, до 1 сентября 2022 года, надо было просто писать слово «реклама», ссылку оставлять на рекламу, ну и там название, то начиная с 1 сентября 2022 года надо было еще добавлять ГРНИП, всякие там цифры, буквы, ну вот это вот все специальное, специальное все, то, что вносится в примаркировке, и это уже контролирует Роскомнадзор. То есть вот эти заявления, которые в УФАС попали, мало того, что по ним, по каждому меня будут вызывать с юристом, так еще и потом нас по второму кругу будут вызывать в Роскомнадзор. Потому что, еще раз говорю, УФАС свою часть рекламы, так сказать, смотрят, нарушение рекламы, а Роскомнадзор свою. И то называется маркировкой. И на самом деле маркировать рекламу надо было уже действительно давно. Еще даже до 2022 года. Но начиная с 1 сентября 2022 года надо было еще вносить это все в реестр, регистрировать. И как раз вот за этой частью отвечает Роскомнадзор. Вот, это один момент. Нет, ты меня неправильно поняла. Меня и раньше хейтили, но ты для меня как красная тряпка для быка. Но ты для них как красная тряпка для быка. Я всегда за тебя, и теперь обязательно из солидарности с тобой донаты выставлю. Ты умничка. Да, собственно, нет. Я не то, чтобы неправильно вас поняла. Просто вы так сказали, что я не выставляла донаты, а меня все равно попрошайка называют. А они попрошайками называют не тех, кто донаты выставляет. Они в целом просто хотят обзывать, унижать, оскорблять и так далее. То есть тут это вообще не связанные вещи. Все прекрасно знают, что блогеры работают. И попрошенничеством это называть кощунство. Потому что эти люди пальцы о палец не ударили, чтобы хоть что-то сделать. Но причем людей, которые работают, обзывают и унижают. Ну что ж, нас смотрят 3126. Это здорово, это хорошо. Это значит, что люди ждали. Ждали, когда я выйду в стрим. Мне сейчас очень тяжело, но я должна была выйти, чтобы вам рассказать. А еще я хочу сказать, что я буду донаты в ближайшее время собирать только на юриста. Не на штрафы, а на юриста. Потому что 20 тысяч – это вот по самым нижней границе. Самостоятельно, без юриста, я, конечно, в такие органы даже суваться не буду. Как вы знаете, мы собирали вот вчера на флешмобе на экспертизу. Экспертизу мы представили, спасибо большое. Вот. Лингвистическая независимая экспертиза, потому что меня там в двух моментах обвинили, что я неправильно слова там сказала в рекламе. А второй момент – это по маркировке. По маркировке штраф мне, ну, штраф будет, мне уже сказали об этом. Штраф будет, решение, скорее всего, будет принято. Постановление будет выписано после того, как у нас будет второе заседание. То есть нам фактически, я вот сказала в телеграм-канале две новости. Одна нейтральная, другая плохая. Нейтральная новость заключается в том, что нам перенесли заседание фактически. То есть мы приехали, расположились,
Нас попросили предъявить документы какие-то там в защиту наших интересов. Мой юрист предоставил как раз вот эту экспертизу, но ей пришлось предоставить копию, потому что оригинал по почте еще не успел прийти. Во-первых, за это зацепились, сказали, что мы подаем копию, а надо оригинал. Вот. Мы сказали, что мы можем показать в электронном виде с синей печатью, показать трек-номер, по которым видно, что по отслеживаниям, что еще не успело прийти заключение эксперта. Но, тем не менее, для ознакомления они взяли эту бумагу. Вот. Да. В общем, они потребовали, чтобы мы принесли, во-первых, в надлежащем виде документы, а во-вторых, мы должны были сделать пояснение в письменной форме про маркировку той рекламы, на которую жалуются. А мы ее промаркировали, естественно. Как только мы получили документы о возбуждении этого органа, мы обратились к рекламодателям, объяснили, что нам нужно срочно маркировать этот ролик с рекламой. Нам выдали это, и тогда мы уже в УФАСе об этом заявили. Но мы заявили это словесно. Они сказали, что нам надо вас это в письменном виде принять, и что в 20-х числах января мы продолжим обсуждать эту тему. Плюс у них почему-то вызвали вопросы и сама экспертиза. Специалист сказала, что эксперт в лингвистической независимой комиссии не может делать выводы о том, нарушаю я или не нарушаю закон, что это, ну, это их прерогатива. И, собственно, то, что они вот так выразились, им это не понравилось. Но мой юрист сказал, что она точно такие же экспертизы предоставляет в суд, и судья всегда принимает. Вот. А если не делать эту рекламу? А дело не в том, что делать или не делать. Сейчас мы говорим не про будущее, мы сейчас говорим про прошлое. Закон вступил в силу год назад, а штрафовать за это начали сейчас. Но штрафуют не за те ролики, которые сейчас выходят, а те, которые выходили год назад. То есть, если они не соответствуют закону, за это штрафуют. Есть одна хорошая новость. Я об этом забыла сказать. В телеграм-канале сейчас могу вас порадовать. Ну-ка, мне тут прислали видео. Сейчас посмотрим в телеграм-канале. Сейчас я про хорошую новость не забуду. Закон о рекламе. В последние дни в сети интернет активно и весьма истерично обсуждаются так называемые поправки в закон о рекламе, которые, цитируя некоторые интернет-паблики, вступили в силу с 1 сентября 2023 года и согласно которым всю интернет-рекламу нужно маркировать по определенной процедуре, иначе нарушителям светят крупные штрафы, вплоть до 700 тысяч рублей. Меня зовут Устьянцев Руслан Андреевич. В сети интернет известный как мега-юрист. Я проживаю в городе Санкт-Петербург и второй десяток лет занимаюсь правозащитной деятельностью по всем направлениям права. Сейчас я разъясню вам простым языком все так называемые нововведения в законе, и вам станет понятна суть внесенных изменений, а также кого они касаются. Мои разъяснения касаются простых людей, блогеров, которые занимаются саморекламой в интернете. Для бизнеса, если будет спрос, сделаю отдельные пояснения. Усаживайтесь поудобнее, видео будет полезным и интересным. Для начала нужно сделать поправку к информации, которую панически распространяют те или иные интернет-паблики. Действительно, изменения в закон о рекламе на самом деле вступили, но не с 1 сентября 2023 года, а с 1 сентября 2022 года. Так, на основании федерального закона
347 ФЗ от 2021 года. С 1 сентября 2022 года начали действовать новые положения об обязательной маркировке и учете интернет-рекламы. Теперь любая реклама, размещенная в сети интернет, должна быть маркирована, а вся информация о ней должна быть передана в единый реестр интернет-рекламы, ЕРИР, оператором которой является Роскомнадзор. А вот с 1 сентября 2023 года федеральным законом 274 ФЗ введена административная ответственность за нарушения в указанной сфере. Таким образом, сами нововведения в сфере рекламы новыми не являются. Просто раньше за нарушение в области интернет-рекламы не было никакого наказания. Теперь оно введено. Перед тем, как мы начнем разбор прошлогодних нововведений, я напомню, что в федеральном законе 274 2023 года нет никакой ретроактивной оговорки. Это означает следующее. Если реклама вами размещена до 31 августа 2023 года включительно, положения вышеуказанного закона к такой рекламе не распространяются. Иначе говоря, юридическую ответственность вы нести не будете, так как этот закон обратной силы не имеет. Но кто будет нести ответственность и при нарушении каких условий с 1 сентября 2023 года? Ну, ролик длинный. Собственно, он говорит то же самое, что и я вам говорю, что закон не новый, действительно, с 22 года он вступил в силу, и разница была только в том, что раньше за это не штрафовали, а с 23 года теперь штрафуют. И нам был дан год, чтобы мы сделали все там поправки, исправления, а я, если честно, как и многие другие, скажем так, неправильно интерпретировала этот закон. То есть я думала, что 1 сентября 2023 года вступает в закон новый закон о маркировке рекламы, и вот с этого момента ее надо маркировать, тогда ты не получишь штраф. Ха! И я ошиблась и налетела на штрафы. Вот. Здравствуйте, чат и Оля. Я новичок на этом канале, так прониклась в твоей ситуации, так хочется тебе помочь, но я из-за границы. Как тебе можно денежку перевести? Софья Кашеганова. Вы знаете, Софья, спасибо вам, во-первых, за такое желание. Это очень приятно, это радостно мне. Простите, что я в таком виде нерадостном, но мне, правда, очень нужна ваша помощь. У меня есть Donation Alerts, у меня есть PayPal, он оформлен в Дюссельдорфе, в Германии, на Светлану, мою подписчицу тоже и очень близкого мне человека. Она спокойно совершенно все донаты мне переводит, уже это несколько лет происходит, ну, с тех пор, как у нас PayPal в России отрубился. Но вы можете, еще раз говорю, сделать это самостоятельно через Donation Alerts. Я все ссылочки сейчас вот сюда вам кидаю, в чат, где вы пишете. Вот, так что, пожалуйста, как говорится, ваше дело правое, если хотите помогать, помогайте, не хотите, не помогайте. Вас, как говорится, никто не заставляет. Вот с 1 сентября 2023 года штрафовать до этого нет. Неправильно люди понимают. Неправильно вы сейчас, по-моему, пишете. С 1 сентября 2023 года будут штрафовать, если вы весь предыдущий год не маркировали рекламу. Вик, спасибо большое. Олечка, улыбнись. Вот и улыбнулась. Вот. Значит, Алена, Олечка, улыбнись, пожалуйста. 200 рублей. Вика прислал 500 рублей. Держись, милая, все наладится. Наладится. Вопрос цены этого налаживания. Я теперь... В ближайшее время, похоже, только и буду что собирать на юриста и на свои штрафы. Меня даже... Уже вы меня спрашивали про новогоднее настроение. У меня даже и новогоднее настроение-то не то, что там не возникло. У меня все испорчено. Все праздники мои ближайшие, все испорчены теперь. Сегодня по радио слушала, что оштрафовали блогершу по суду в пятикратном размере от той суммы, которую она получила за рекламу. Да реклама не так дорого стоит, сколько эти штрафы стоят. Ольга Борисовна прислала на то, что нужнее. Ольга Владимировна с добром. Александра Николаевна 100 рублей. Галина Ивановна на юриста 500 рублей. Александра Павловна 1000. Елена Григорьевна на юриста от Алены Бояриновой, Елена Алексеевна, Светлана Васильевна. Спасибо вам большое. Наши министры сделали очередную ловушку блогерам. Нет, они просто дали возможность хейтерам измываться. Не, ну казну надо пополнять, да, я согласна.
конечно. За счет многодетной матери это как бы само собой разумеющееся. Ну, то есть, вот касательно меня, лично меня, это прям очень основательно, это очень законно, это очень правильно. Так и нужно, так и нужно. Потому что, когда я куда-то обращаюсь, там, выдвинуть мое звание на мать-героиню, может, еще что-то, меня не слышат, меня не видят. Я единственная мать, воспитывающая единолично, так сказать, стольких детей, обеспечивая их, позиционируя многодетную жизнь в деревне, справляясь с хозяйством. Детки все ухоженные, здоровые. Извините, я корсет расстегиваю. Не подумайте ничего плохого. Я просто в нем сегодня, наверное, даже слишком долго была. Да, казну пополнять за счет одной мамы, которая поднимает много детей. Да, 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 я про это же и говорю. А сейчас меня ждут еще десятки заявлений, которые хейтеры написали. Вы знаете, мне даже как-то завидно становится, как у них много времени, как у них много сил, какое зло, направленное против многодетной матери. Я опять буду задавать этот вопрос. А что я такого сделала? За что меня так ненавидят? За что ненавидят моих детей? За что? Люди, вы с ума сошли? Вы совсем охерели, что ли? Вы хотите меня до чего довести? Я вчера не сдержалась. Я вчера, насколько мне было плохо, я вчера все-таки расплакалась. Я сидела и долгое время страдала. Мне сейчас надо позвонить по поводу сегодняшнего ДТП юристу. Простите, пожалуйста, сейчас кое-какая информация поступила по ущербу моей машины. Прям одну секунду. Алло. Александр, это опять Ольга, я по поводу ДТП. Все, я это уточнила. Видите, у меня сегодня какой денек? ДТП, комиссия эта антимонопольная.
новость о том, что меня еще ждут десятки заявлений там. Я про хорошую новость помню. Сейчас я вам обязательно об этом скажу. Прежде я вам хочу показать кое-что. Я даже прочитаю. Оленька, добрый вечер. Надеюсь, ты оклемалась от налоговой. Но ты не расслабляйся, это ягодки. Мы тут такое нарыли, жалобу мы кинули уже в органы. Скоро ты без штанов останешься и начнешь пахать, как нормальные люди, а не фигней страдать. Жди, милая, жди. Вот я уже читала, я вам показывала, по-моему, вчера об этом. Вы не представляете, сколько мне прислали копеек на Сбербанк, унижая, оскорбляя меня, да, то есть угрожая тем, что меня доведут до суицида, чтобы я обязательно сошла с ума, чтобы мои дети остались без всего, чтобы я осталась без всего. И я еще раз говорю, я прям чувствую, как ликуют хейтеры, добравшись до УФАС, да, если там они раньше заваливали своими заявлениями опеку, полицию, ПДН, администрацию. Вот. Когда я выдвинулась названием «Мать-героини», знаете, там что было в Никифоровском районе? Мне кажется, там задолбались почтальоны носить письма. Письма, которые писали хейтеры. В этом плане я вот даже говорю, я прям даже завидую, как же они классно объединяются. Зло объединяется. В борьбе за что? Они за что это? Они, как вам? Они что отстаивают? Вот они меня называют позор России, недомать, свинорылая, свиноматка, плодится как кошка, рожает от разных мужиков, ведет свой блог, да, попрошайничает, аферистка. И они не приводят ни одного аргумента, обзывая меня так. Хорошо, ладно, я согласна. Я позор России. Чем? Тем, что родила от разных мужчин, да? Какая разница, от скольки мужчин я родила? Я родила от двух мужей и от одного гражданского мужа. А если бы я даже родила от 10 мужчин 10 детей, какая разница? Что плохого в этом, я никак понять не могу. Что плохого в том, что я стала вести свой блог, позиционировать многодетную жизнь в деревне, показывать своих коров, показывать свою жизнь, мотивировать людей на какие-то свершения, поддерживать их. Что я плохого сделала? Я не бросила своих детей, я не употребляю алкоголь. Нет, я могу на праздник выпить бокал шампанского, бокал пива могу выпить, когда очень жарко после сенокоза. Мне нравится. Не больше. В меня больше даже не влезает. У меня нет желания там и потребности употреблять алкоголь. Я не курю, я ничего другого вообще вот противозаконного не делаю. Я работаю, я плачу налоги, мои старшие дети работают, платят налоги. Из-за того, что я неправильно, скажем так, выбрала отцов моим детям, пострадали только я и мои дети. Что вот для вас это что вообще? Вот почему вас так коробит от того, что у меня дети рождены в двух браках? И от трех мужчин. Оля, их коробит не твоя семья и дети, а твои донаты. Все просто. Нет, это совершенно не так. Вы знаете, если бы донаты только одни коробили, они бы тогда бы так не кидались на меня со словами «Куда ты нищету плодишь?» С раздвинутыми ногами по всю жизнь. Они стараются как раз-таки оскорбить и унизить достоинство многодетной матери, меня. По поводу того, что перечисляют деньги, я спорить с вами не буду. Я только одного понять не могу.
Если им так хочется, чтобы им тоже помогали финансово, чтобы тоже у них были, был достаток такой же, как у Оли, была такая же жизнь прекрасная и в изобилии, как у Оли. Что мешает этим людям открыть каналы и показывать свою жизнь? Они открыли каналы, многие из них открыли каналы. Я сегодня узнала, что на меня, оказывается, 30 хейтеровских каналов кормятся на мне. В полицию на них заявить? За травлю? А они кто? Они анонимы, они никнеймы. Они люди, которых найти-то сложно, и искать их никто не будет. Этот закон у нас в России не действует. Не работает. На юриста с любовью Смоленска Татьяна Александровна прислала. Валентина Анатольевна. Светлана Леонидовна, Олечкина юриста. Всем врагам назло привет из Калининграда. Лариса Ивановна прислала. На юриста от Анюты, 7 лет. Юлечка Викторовна, спасибо. Анюте привет. Оля, береги себя, все будет хорошо. Тамара Николаевна, все наладится, не волнуйся. Наталья Евгеньевна, ну, конечно, все наладится. Только сколько придется потратить денег на юриста? Сколько еще выпишут штрафов за эти десятки заявлений? Вот видите, какие они молодцы. Вот вы понимаете, насколько, да, их сплоченность? Вот это же прям такая травля организованная. Это ж прям круто. Я не устаю удивляться этому. Правда. Нашли лазейку. Уфас. Сейчас они подофигеют, конечно. Ну, зато им будет очевидно, что это травля. Меня сегодня спросили там в комиссии. Говорит, а за что вас так ненавидят? Я говорю, за то, что родила детей от двух мужей, от трех. За то, что нарожала, никого не спросила. За то, что переехала из Москвы в деревню. За то, что коров завела, блог свой открыла. И в конце концов научилась работать так, чтобы обеспечивать всех своих детей. И за маму, и за папу. И еще, если они блогеры и работают в интернет-пространстве, значит, их можно тем же органами легко обнаружить. Вы сейчас мне предлагаете, мои дорогие друзья, всю свою жизнь посвятить тому, чтобы ходить на говноканалы и выискивать людей, которые на меня пишут во все эти органы. Поверьте мне, даже если бы у меня было на это время, силы, возможности, я бы не смогла этого сделать. Я не могу. Мне физически настолько плохо. Я попробовала, да. Я открыла какой-то канал, какой-то там, какую-то хейтершу. Но как только она открыла свой рот, меня вытошнило. И я закрыла каналы хейтерские. Больше их не открываю. И независимо, о кого там говорят, обо мне или не обо мне, я не могу физически это вынести. Не могу. Простите меня, пожалуйста. Хорошая новость. Штрафовать меня будут как физлицо. Это правда хорошая новость. Но там просто разница есть в суммах. Физлицо. Это, по-моему, 30 тысяч мне сказали за каждую неправильно поданную рекламу. Ну вот, без маркировки имеется в виду.
включен законопроект о штрафах. Начиная с 1 сентября 2022 года, обязательным требованием стало маркировать рекламу в интернете. Вся онлайн-реклама должна иметь уникальный идентификатор, а информацию о ней необходимо направлять в Роскомнадзор. Это обязаны выполнять и рекламодатели, и распространители рекламы через оператора рекламных данных, ОРД. Закон о маркировке интернет-рекламы установил переходный период до 1 ноября 2022 года. В течение этого периода штрафов за рекламу без маркировки не было. В итоге не штрафовали и после этой даты. Штрафы за отсутствие маркировки рекламы появились только летом 2023 года, когда был принят новый закон. Размер штрафов для физлиц от 10 до 30 тысяч, ИП от 30 до 100, юрлиц от 200 до 500. Вот можно даже, я вот вам сейчас покажу, где это читаю. Да сейчас этой информации, в принципе, полно в интернете. Ну вот она здесь. Штрафы за отсутствие маркировки рекламы в интернете для физлиц от 30 до 100. Невыполнение обязанностей оператора рекламных данных ОРД, блок нарушений касается только ОРД и не зарегистрирует других участников рекламной цепочки. Не передана информация в ЕИРИР, нарушен порядок работы с ЕИРИР, ЕИРИР предоставлен неполное. За отсутствие маркировки рекламы с 1 сентября должностные юрлица. Вот. В общем, мне будут штрафы выписываться от 30 до 100 тысяч. Плохая новость. Сейчас в Уфасе за несколько дней пришло десятки заявлений на меня от хейтеров. И так как я не маркировала рекламу в течение всего этого года, потому что я неправильно интерпретировала закон. Я думала, что за прошлый год не будут штрафовать, а только за этот год, когда вот 1 сентября 2023 года все это вступило. Я не думала, что как бы закон имеет обратную силу, да. Ну, тут, наверное, неправильно так говорить. Они предупредили, они сказали, мы их неправильно поняли. Это наша ответственность. И, собственно, учитывая то, что меня даже будут штрафовать, ну, давайте возьмем 30 тысяч, минимальный штраф, без маркировки рекламы. От 30 тысяч, если до 100, допустим, возьмем 30 тысяч. Если даже 10 заявлений на меня, это уже 300 тысяч. А если десятки? Миллион? Зря вы это предали огласке, вы сами положили этот сыр в рот мышам. Нет, вы не правы. Вы не правы, Ксения. Вся информация находится на официальном сайте УФАС. Как вы думаете, хейтеры об этом знают? Конечно. Они всегда знают быстрее даже, чем я. Это не секрет. И то, что случилось, то случилось. Это правда. И то, что я нарушил закон, это тоже правда. И найти мои ролики с рекламой без маркировки легко и просто. То, что они и сделали, собственно. И когда я здесь сидела в самом начале, говорила о том, что, ребят, это только начало, это только первое заявление, а будет еще, мне не верили, говорили, да нет, что ты, ля-ля, тополя, тебе простят, да там будет просто административка, просто предупреждение. Нет, не будет. Штраф будет за каждое заявление, за каждое возбужденное административное нарушение. УФАС мне сегодня об этом сообщил. Сегодняшнее конкретно дело у нас перенесли до 20 января, потому что им нужно еще предоставить некоторое количество документов.
и у них там возникли вопросы к нашей экспертизе, им надо это изучить. Вот. А нам надо предоставить еще и оригинал. А почему только ты виноват, а не те, кто давал эту рекламу? Потому что у нас в законе прописано, что виноватым считается конечный рекламораспространитель. Конечный рекламораспространитель – это я. Вам надо к президенту на прием. Президент не ведет личного приема. 200 рублей еще от кого-то пришло. Наталья Евгеньевна, все наладится, не волнуйся. Спасибо. Открывала один или два хейт-канала. Тоже не смогла смотреть это говно. Мелкие, трусливые, никчемные и несчастные людишки. Причем там говорила взрослая женщина. Добро и зло всегда идут рядом. На всех тогда надо писать эти писульки. Ну, на всех не на всех, но да, нарушали все. А карают меня, потому что у меня самые злые, самые беспощадные хейтеры. Где алименты на детей? Вы меня спрашиваете, или вы хотите, чтобы сейчас появился каким-то чудесным образом мой первый муж, второй муж, и какой-то вам дал ответ, но вот, извините, его здесь рядом нет. Милая Олечка, капелька тебе в помощь, с любовью, Саратовской области. Оксана мне прислала, спасибо огромное. Алина, 5 евро. Олечка, все будет хорошо. Боря с Кыргызстана, успехов и процветания. Спасибо большое, мои хорошие. Я видела ваши донаты, я... А что, у нас за одно нарушение можно 10 раз наказывать? Нет, не совсем так. Нарушение может быть одинаковое, допустим, не промаркирована реклама, да? Но оно же разный товар, то есть разный ролик показывает разный товар. Соответственно, этот товар не промаркирован, этот ролик, эта реклама с этим товаром не промаркирована, потом другая реклама с другим товаром не промаркирована. Заодно это уже нет. Но у меня-то разные ролики были на канале. Сейчас вот, допустим, я маркирую всю рекламу. Надо у Путина просить помилования. Да нет, не надо. Ну, как вы себе это представляете? Владимир Владимирович, я тут это, проштрафилась? На красный свет ездила целый год. Мне штрафы пришли охрененные. Вы не могли бы меня простить только из-за того, что я мать 11 детей? Мне еще тут, по ходу дела, не светит звание мать-героини, а так все нормально. Оля, ты гордость России, ты классная, прекрасная мама, женщина, человек, как мне это знакомо, сил тебе, моя дорогая. Работали на рынке, оштрафовали всех подряд, ни за что. А товары-то вроде все одни и те же, рекламировала. Ну так их не так уж и мало, товаров-то этих. Ладно, мои дорогие, я... Понимаю, что вы все ждали, все хотели узнать. Давайте еще раз по сухому остатку. Я выставил донат на юриста, и в ближайшее время я буду набирать только на юриста, потому что, ну, по факту я еще пока не знаю окончательную сумму штрафа. Штраф будет, мне сказали, но это УФАС установит, а потом еще это дело уйдет в Роскомнадзор. И каждый из них будет устанавливать свою меру пресечения. Вот, на это все будет уходить немало времени, но при этом нас будут вызывать. Вызывать нас в следующий раз будут через, ну, получается, наверное, где-то 3 недели. Вот, уже в 20-х числах января. А, нет, больше, простите, пожалуйста, что-то я 3 недели. 20-х числа января – это больше месяца, да? Да. Ну, будем говорить, через месяц нас вызовут. Ну и, соответственно, там будет дальше видно. Все вам сообщу, расскажу. По сухому остатку, что сегодня было? Я сегодня, во-первых, попала опять в ДТП, но не по своей вине. Сейчас тоже вот еще предстоит разбираться с этим. О, боже. Во-вторых, я доехала до комиссии. В комиссии мне сказали, что пришли десятки заявлений от разных-разных лиц о нарушениях на моем YouTube-канале. Собственно, то, что касается рекламы на моем YouTube-канале. Вот. Они не рассматривали еще ни одного заявления, поэтому не могут нам в письменном виде предоставить для ознакомления, на что жалуются, на что
что требуют и так далее. Сказали, что как только ознакомятся, вышлют нам по почте, в общем, их бумагу. Вот. Но они были удивлены, конечно, они, говорит, не ожидали мы такого, говорит, чтобы так вот яростно, конечно, человека нещадно уничтожали. Но при этом сказали, что, к сожалению, они не могут смягчить меру пресечения, потому что они не работают так, чтобы самим выявлять что-то, они работают именно по заявлению. Когда они заявление получают, они его должны отработать в полной мере. То есть есть жалоба, значит, эту жалобу рассматривают. Если действительно есть нарушение, за нарушение штрафуют. Как я уже сказала, хорошая новость заключается в том, что меня будут штрафовать как физлицо, значит, за один штраф я буду получать от 30 до 100 тысяч. Ну и все. А самое главное, что сейчас даже не важно, закрою я свой канал или не закрою. Андрес, спасибо большое, 10 евро пришло от вас. Финагентову Елену тоже большое спасибо, на юриста прислала 250 рублей. Сейчас уже это абсолютно не важно. И закрывать канал, конечно же, я не буду, потому что... А как я еще заработаю на те же самые штрафы? У меня грудной ребенок. У меня, возможно, помощник уедет. Я не то что боюсь, я устала очень. Я очень много работаю. Я работаю, когда беременная, я работаю, когда рожаю, у меня нет декретного отпуска. Я очень много работаю. Я очень сильно устаю. Не, я понимаю, что когда-нибудь это закончится, потому что сейчас уже с 1 сентября 2023 года я не нарушаю закон, который я бы не хотела бы, конечно же, нарушить. Я сегодня в комиссии тоже выступила, я хоть была с юристом, но я все равно там разговариваю с ними, и я сказала, что вы простите, говорю, меня, я ведь не хотела ничего нарушать. И, к сожалению, нас, вот когда мы становимся блогерами, заводим свой YouTube-канал, нас нигде не учат правилам, как надо. А как надо, я не знаю. Я когда хотела сесть за руль машины, я пошла в автошколу. А когда я захотела стать блогером, я все методом тыка в YouTube что-то находила, что-то какие-то... А, друзья мне очень помогали, там, как монтировать, как снимать, как чего... А сейчас так не получается. Мне нет института блогеров. Негде поучиться. Ниоткуда нельзя взять эту информацию. Вот закон вступил в силу, начали штрафовать. О, я узнала об этом. А до этого я не знала. Валентина Константиновна прислала 50 рублей. Ольга Вячеславовна, добро быть, наш штраф. Держись, прорвемся. Оленька, обратись на прямую линию с Путиным, объясни ему свою ситуацию. Бесовщина разыгралась, но Господь поругаем не бывает. С такими людьми вообще лучше не высовываться, подальше держаться от этого бреда с закрытыми дверьми. Люди, да что же такое? Как жить в этом мире? Это безумие. Оля, ну как тебе помочь? Люди, как справедливости добиться? Оленька, все будет хорошо, на все воля Божия, мы с тобой. Как мне нравится читать вас. Как мне нравится получать от вас эту поддержку. Как она мне нужна. Правда, очень. Что, звонить будем Владимиру Владимировичу завтра? Представляю, как хейтеры ринутся звонить ему и говорить, какая я тварь, мразь, аферистка. Чтобы не дай бог,
не присудили мне мать-героиню или еще что-то. Кто-нибудь звонил когда-нибудь на этот номер? Туда Владимир Владимирович Путину дозванивался. Сейчас меня так много людей смотрят. Мне даже вот интересно, среди 4000 человек есть такие добровольцы, которые пытались когда-нибудь звонить? Что скажете? Но хоть не 20 миллионов. Нет, не 20, но возможно, что все равно очень много. Светлана Д. 200 рублей на Тинькофф. Спасибо. Будем звонить обязательно, Олечка, заряжаться от нас. Посылаем тебе заряд бодрости. Все будет хорошо. Штраф огромный намечается. Я не знаю. Штрафовать физлицу будут за немаркированную рекламу в размере от 30 до 100 тысяч. Если даже 30 тысяч, но учитывая, что заявлений там сейчас у них лежат десятки, то трудно сказать. А если представить, что даже хотя бы по 10 заявлениям меня оштрафуют, то это 300 тысяч. Да, я понимаю, что самое правильное – это решать проблемы по мере их поступления. Да, кума писала, после письма всю на уши поликлинику на уши подняли. Что, будем звонить-то? Я не звонила никогда. Да и как-то даже, мне кажется, не верила в это во всё. Звонили в редакцию программы «Итоги года» с Владимиром Путиным. Звонок бесплатный. Если вы хотите задать видео вопрос президенту, вы можете зайти на сайт москва-путину.ру. Видео вопрос. Если вы по-прежнему хотите задать президенту вопрос по телефону, назовите свою фамилию, имя, отчество, регион, из которого вы звоните. Задайте свой вопрос после звукового сигнала. У вас есть одна минута. Меня зовут Быкова Ольга Анатольевна. Я проживаю в Тамбовской области. Владимир Владимирович, к вам обращается мать 11 детей, проживающая в деревне Туровка Тамбовской области. Я одна содержу и воспитываю всех рожденных мною деток. Кроме того, я являюсь фермером. Есть поголовье и крупного рогатого скота, и косы, свиней, а также птицы. Также я являюсь блогером и рассказываю в своих блогах о своей деревенской жизни и популяризирую многодетность. Однако мои старания и мой материнский подвиг был принижен и не оценен администрацией Тамбовской области, которая отказала в выдвижении меня на звание мать-героини. Прошу вас, помогите восстановить справедливость, ведь 24-й год в России объявлен годом семьи. Спасибо. Ваш вопрос записан. Что это было? Таисия, спасибо. Вот бы классно было бы онлайн дозвониться, да? Я не знаю, но, наверное, надо верить, потому что чудо рядом с нами. Если каждый, кто вас ценит, позвонит, то кто-нибудь дозвонится. Чем больше обращений, тем лучше. Да, только знаете, как бывает, что хейтеры гораздо больше проявляют внимание ко мне. И звонят, и пишут, прям собираюсь в такую шайку большую,
Вот. И их обращение как раз-таки, да, доходит. Ведь меня из-за этого администрация попёрла-то со званием мать-героини, потому что там очень много хейтеров написали, что я недостойна. Вот и они решили, что недостойна. А вот вы пишете, звони онлайн. А звонить онлайн, а вот, вот подскажите мне, я просто правда не знаю, вот прямой эфир, он во сколько будет? Сейчас мы посмотрим. А, в 12, по-моему. 12 дня завтра. 14 декабря пройдет прямая линия с президентом. По телефону бесплатно, круглосуточно, с СМС, ВКонтакте, Ростор, через форму на сайте. Также можно записать вопросы в видеоформате, даже интересно. Что это такое за видеоформат? Прямая линия с Владимиром Владимировичем Путиным. У меня плохо интернет работает. В 12.00, да, я уж нашла. Но юристы или куда необходимы? Наталья Валентиновна прислала только что 500 рублей. Спасибо большое. Телефон. Какой еще пароль? Хм, даже интересно. Почему? Подождите, забыли пароль, нет аккаунта. А, надо зарегистрироваться, наверное, где-то. Регистрация. Слушайте, можно видеозвонок сделать? Ну а что, можно и это тоже попробовать, но не сейчас. Ирина Самохин. Колька, молодец, хорошо сказал, еще бы видео сделала с детками. Там регистрироваться надо, я уж поняла. Вы меня извините, не видно по вам, что вы устали от чего-то. От... О, Господи, помилуй. Если вы не видите, это ваша проблема, а не моя. Дай бог, чтобы приняли на там вопрос про Путина. Да, почему бы нет? Молодец, спрос не ударит в нос, а вдруг услышит. Да, и правда, самый лучший видеозвонок прямо в эфире. Это многим поможет. Класс так держать. Давай запишем видео и отправь. Оля, люди, которые увезли в собственном говне, не стараются невинных отдать дерьмо, чтобы не только от них несло. Смотрю тебя и удивляюсь, насколько ты сильная. Вот так открыто рассказать все. Так могут только сильные женщины. Вот знаете, вот вы видите эту силу, да? А я иногда кажусь себе такой, наоборот, ранимой, незащищенной, слабой. Вот что меня можно долбать со всех сторон. Вот так вот просто нещадно убивать меня. Ставить под ножки, колотить постоянно. То туда, то сюда. Таскают, таскают. Постоянно только жалуются, жалуются. Это было так обидно, так больно. Сейчас уже, конечно, можно сказать, попривыкла, но не привыкла, нет. Я как будто бы... Я как будто в каком-то мире живу другом. Вот знаете, я правда не могу понять этих людей, которые меня так травят. Что я им сделала плохого? Кому я что сделала плохого? Своими роликами, своими разводами, рождением детей. Кого я? Кому я сделала плохо? Я плохо сделала, что я стала блогером и получаю донаты, как все блогеры? Серьезно, да? А что вот этих мальчиков-игроманов не травят за донаты, которые присылаются им по 500 000 за стрим, где они просто играют в танчики? Только потому что, вот вы говорите, меня ненавидят за донаты. Нет, не совсем так. Они же как пишут? Ты нарожала, а теперь подписчики содержать должны твоих детей. Они даже не понимают, что подписчики не содержат моих детей. Нет, конечно, если сейчас меня впаяют такие штрафы, то, скорее всего, я действительно выйду в стрим с просьбой кормить моих детей, потому что, а как? А у меня нет столько денег. Не, конечно, могу попробовать побороться, пойти еще в Конституционный суд и попробовать отменить этот штраф или уменьшить его хотя бы, или там как-то что-то.
Любовь Васильевна прислала от всего сердца, чем могу. Елена Владимировна, 200 рублей. Спасибо большое. Я не считаю, что я, рассказывая все про себя, даю какой-то, знаете, кусок мяса хейтерам. Нет. Наоборот, придавая огласки этим вещам, люди, и, возможно, даже УФАС, увидят, что это целенаправленная, скажем так, акция, целенаправленная травля с целью причинения ущерба финансового, психологического и финансового. Вы хотите, я вам зачитаю то, что мой юрист составил, какое прошение, скажем так. Ну вот, с чем мы сегодня ехали, собственно. Хотите, я прочитаю? Вам интересно? Сейчас я попробую быстро найти. Так, одну секунду. Письменное объяснение с нас УФАС потребовал, вот прежде чем мы туда поехали сегодня. В адрес Быковой ОА поступило определение УФАС по Тамбовской области о возбуждении производства по делу такому-то по признакам нарушения законодательства РФ о рекламе. Согласно определению, в срок до 11-го на БКВУА возложена обязанность направить в УФАС по Тамбовской области письменные объяснения и копии документов. В исполнении указанного определения можем пояснить следующее. БКВУА является многодетной матерью 11 детей, из которых 9 несовершеннолетних. Для того, чтобы обеспечить своих детей, БКВУА воспитывает их одна. Ольга Анатольевна ведет YouTube-канал «Деревенский дневник очень многодетной мамы». Как YouTube-блогер Быкова УА подвергается частым систематическим нападкам хейтеров, которые организовывают травлю многодетной матери, пишут на нее жалобы в органы опеки, правоохранительные органы, подают иски в суд. Достаточно обратиться в систему поиска дел Никифоровского района, суда Тамбовской области и увидеть подтверждение. Целью данных лиц является причинение как морального, так и материального ущерба Быковой УА, поскольку она, как минимум, вынуждена нести траты на оплату юридических услуг. Теперь же ненавистники-хейтеры добрались и до жалоб в УФАС по Тамбовской области. Как мы видим, данные жалобы тоже систематические и не имеют своей целью защитить прав кого-либо, а лишь направлены на причинение ущерба. Согласно части такой-то, не допускается осуществление гражданских прав исключительно с намерением причинить вред другому лицу, действуя в обход закона, противоправной целью, а также иное заведомо недобросовестное осуществление гражданских прав, злоупотребление правом. Я устал. Я очень устал. Людмила пишет, надо волшебный поцелуй на помощь Путина. От вас и от нас я послала. Пускай волшебство произойдет. Наталья М. На самое лучшее для поднятия настроения. Спасибо большое. Ирина Самохина, вижу ваши переводы тоже. Всегда их узнаю по
111 рублей. 3 раза. Нина Петровна прислала. Евгения Александровна. Капелька на юриста. 5000 мы собрали. Даже если бы ты была идеальна, они все равно нашли к чему придраться. Но в том все и дело. А в рекламных роликах можно придраться хоть каждому слову. Олег Попов. Оль, привет, давно не заходил, лицо похудело, ты завязывай, все будет ок. Простите, пожалуйста, Олег, мне с чем завязывать-то? Попробуй сделать скриншот сообщения от хейтеров и приложить к этому документу. А мы так и делали. Вы понимаете, орган антимонопольной комиссии, да, то есть вот этот УФАС, это карательный орган. Им абсолютно все равно, что пишут мне хейтеры, поверьте мне. Им абсолютно плевать на это. К ним поступили десятки сообщений о нарушениях. У них теперь работы завались. Премию получат. Они же штрафуют. Они же казну пополняют. Вы не понимаете. Это ж кайф какой. Это ж здорово. Можно я вам задам один вопрос? Только, пожалуйста, не думайте, что я себя с кем-то сравниваю. Нет, мне просто, мне правда интересует этот вопрос. Он, возможно, покажется вам странным, но меня, скорее всего, тоже смотрят там православные христиане. Но даже если вы не являетесь православным христианином, то, пожалуйста, ответьте мне на этот вопрос. Как вы думаете, за что распяли Христа? Он ведь ничего плохого не делал. Он, насколько я помню, воскрешал мертвых, лечил больных, утешал, шел к самым низшим, обездоленным, бедным мытарям, блудницам. Он среди них там был, да, помогая им, как-то поддерживая. За что распяли Христа? УФАС пусть займется теми, кто ездит в Дубаи их миллионами, а не многодетной матерью. Они мне сегодня сказали, цитирую, мы занимаемся только тем, на кого пишут заявление. А Христа распяли за правду, он обличал лицемеров. Распяли за правду, за любовь. Очень многие предлагают Ольге звонить завтра Путину. Может, давайте позвоним сами и попросим обратить внимание на травлю многодетной матери. Пусть какой-нибудь отдел вникнет в ситуацию и поставит. Из-за зависти. Береги себя, пишет Татьяна Владимировна. Спасибо. 100 рублей от Светланы М. на Тиньков. За грехи человечества. Да, было бы круто. Сейчас меня смотрят 4000 человек, и все бы завтра как позвонили бы и сказали: а вы знаете, мы тут смотрим одну блогершу, мать 11 детей. Любим ее до безумия. Не знаю, правда, за что. Ну, любим. Любим и все. Восстановите справедливость, пожалуйста. А то ее хейтеры затравили, администрация ее выкинула. Она там одна ходит, борется. И уже кажется, что у нее скоро закончатся силы. И ничего она не сможет с этим поделать. Ведь растить такое количество детей одной очень тяжело. И зарабатывать надо хорошо. Да и жить надо достойно. А на это все нужно очень много денег. Мы ее поддерживаем, поддерживаем. А травля все не кончается и не кончается. Присвойте этой матери статус мать-героини. Дайте ей, в конце концов, миллион. Пускай купит своим детям что-нибудь хорошее. Или зубы себе сделает. Не, ну, кстати, на миллион можно очень хорошие зубы сделать.
меня хотя бы жевательные зубы появятся. Простите меня, пожалуйста. Я, наверное, недостойна того, чтобы за меня заступалось такое количество людей. Наверное, это очень сложно. Наверное, это непросто. Потому что, да, действительно, когда видно человека, который там нуждается, который слабый, который больной, немощный, не знаю, бедный, его поддержать всем миром – это большое достоинство, это классно, это ощущение какое-то, наверное, нереальное, да? А когда перед вами сидит женщина, которая живет в хорошем доме, даже не с печным отоплением, да? Которая доит коров посредством доильного аппарата и даже нанимает помощников на хозяйство, да, там? Вот, у которой дети хорошо одеты, не просто хорошо одеты, а хорошо еще и... Вообще все хорошо. Машина вот стоит большущая. Вот. То таким как будто бы и не надо помогать. Сами как-нибудь справятся. Вон она какая сильная. А я... Я сильная, это потому что вы у меня есть. Вы со мной прошли огонь и воду. И меня все время поддерживали. Поэтому я и сильная. Я тоже вас очень люблю. Администрация Туровки тоже вместо того, чтобы помогать, решили помочь хейтерам. Да они сами себя ведут как хейтеры, простите меня, пожалуйста. Вы же знаете, да, эту историю, когда связанную с рождением Вари? Или не знаете, или я вам не рассказывала? Могу рассказать. Христос умер за грехи каждого человека. Он наш спаситель, он пострадал за нас. Да, это я знаю, Надежда. Я не об этом спросила. Я спросила, за что его распяли. Олюшка, Саша поддерживает тебя, он же знает, что происходит. Олюшка, не плачь, моя миленькая. Саша поддерживает, Варя присылает деньги. Я покупаю ей все, что вот у Вари есть, это куплено ее папой. Валентина Ивановна, помощь, 200 рублей, спасибо большое. Вот. Я в твоем хозяйстве через сутки загнусь. А ты справляешься, улыбаешься, сколько деток в любви. Оля, ты относишься к хейтерам как к людям, но они не люди. В них бесы сидят и свою цель на уничтожение добиваются. Не поддавайся. Не переживай, все будет хорошо. Олюшка, пойми одно, детки твои, донаты и наша помощь – это все для тебя. Наша любовь к тебе твоя, и только раздражение, ненависть и злоба их. Оля, ты достойна, но придется самой добиться, а то не поверят, подумают сговор, мы поддержим тебя, любя. Вы знаете, по поводу сговора, это, конечно, интересно. То есть, когда злые люди пишут и говорят, что она аферистка, мошенница, там еще кто-то, пятое-десятое, то это не считается сговором, это считается общественным мнением, что этот человек плохой. Ну, то, что они добивались, да, что общественное мнение будет, ну, негативно по поводу меня. А вот когда хорошие люди начинают говорить, она хорошая, мы за нее, мы ее очень любим, пожалуйста, помогите. Это сговор. Нет, конечно, сама, конечно, конечно. Оля, там на Тинькофф пришли 100 рублей, спасибо. Да. Фух, за доброту и правду. Зависть.
ты плачешь, они, наверное, ликуют. Конечно. Конечно, конечно. И ликуют, и радуются. И еще нас трочат. Знаете, сколько нас трочат? У них очень много свободного времени. Спасибо хейтерам. Смотрю сейчас вас с удовольствием. 100 рублей от Нины Б. Вячеслав, давай держись, улыбайся. 101 рубль. Для Ольги из Хабаровска с любовью. Вера. Оля, все будет хорошо, но юриста. Светлана М. Спасибо большое. Умеете вы поддерживать, ничего тут не скажешь. Какое решение вынесли? Решение не вынесли, заседание перенесли. Заседание перенесли, мои дорогие. Ну, а я больше не могу. У меня уже голова разрывается от боли. Я не ела толком сегодня, да и не хочу. Вот. И еще раз хочу поблагодарить всех, кто помогает мне на юриста. У нас еще впереди очень много работы. Даже не могу думать сейчас о праздниках, о каких-то радостях. Думаю о том, что надо готовиться к худшему. Спасибо огромное, что вы у меня есть. Сейчас надо как-то будет немножко выдохнуть и подумать, как записать видео для Владимира Владимировича Путина. Пойду позову деток. Ну а вы, мои дорогие, меня не бросайте. Я обязательно из пепла восстану. Я ж птица Феникс, да? И да, я тоже верю, что все будет хорошо. Все будет. Все будет. А мы постараемся, чтобы все было хорошо. Анжела Владимировна, большое спасибо. Я тоже вас очень люблю. До новых встреч. До новых встреч.